представить, что через этот тихий мирный поселок с праздничным названием Барштравневе проходила Великая Отечественная война. 600 односельчан воевали на разных фронтах, и из них 147 пали в боях за Родину. Свято берегут память о своих земляках и воинах погибших, освобождая поселок от гитлеровских оккупантов. В 1969 году на средства населения методом народной стройки был сооружен пантеон славы. Шли годы, стены дали осадку, под их давлением деформировались стеклоблоки и облицовочная плитка. Памятник стал разрушаться. И тогда было принято решение о его реконструкции. Архитекторы в содружестве со своими коллегами с завода «Тяжмаш» города Жданова сделали все расчеты. Днем и ночью на ветру и под дождем трудились городские и местные строители, чтобы закончить все работы ко Дню Победы. Большую безвозмездную помощь оказывали многие члены общества охраны памятников истории и культуры. И вот пантеон, одетый в мрамор и гранит, готов. У его подножья почетный караул солдат и пионеров. На торжественно-траурную церемонию прибыли бывшие воины Азовской морской флотилии, освобождавшие поселок. Здесь, в этом пантеоне, навсегда остались их боевые товарищи. 8 солдат и офицеров. Местные жители преподнесли дорогим гостям хлеб-соль. Пионеры повязали женщинам-ветеранам войны голубые косынки, как символ спасенного мира. На митинге звучали слова благодарности нашей партии и правительству за неустанную заботу об укреплении мира на Земле, о счастливом будущем нашей планеты.
Светло, весло, игра хочет грудь.